дома это просто. iPad может быть еще и замечательной игрушкой. Вот этот многофункциональный коврик, который вообще можно крутить как хотите. Хотите в виде рамки, хотите в виде настольного компьютера, для того, чтобы удобно было печатать. Его можно превратить в домашний кинотеатр. Поскольку графика позволяет проигрывать фильмы, в том числе и в HD. У нас тут случайно оказался холодильник. Я вам сейчас покажу фокус. Так на кухне можно наслаждаться замечательными фильмами. В своей работе мы постоянно используем такие вещи, как Skype, прочие вещи. Вот сейчас попробуем дозвониться другу. Он у нас в России. Алло. Да. Илья, ты с нами? Да, я с вами. Я вот хотел показать тебе, что у нас тут происходит. Как погода? В Москве погода неплохая. Если хотите, могу показать, что происходит за бортом. Покажи. В бизнес-центре Бородино в Москве. 9 часов утра, 42 минуты. Это наш офис. Я, конечно, не был. Этот iPad нам наши друзья прислали. Ну, это, да, лично мне я попросил, не прислали, конечно. Он действительно один из первых партий, но достать его было очень тяжело. Не знаю, что мне пока дисциплина, которая заявляет себе курс. Вот, но вещь того стоит. Мы ждем, когда до нас дойдет очередь поюзать новый iPad. Приблизительно мы прикидывали, с учетом растаможки, у нас выходит приблизительно 149 тысяч тенге. Это базовая модель без 3G. Это базовая модель без 3G, да. Ну, насчет 3G еще большой вопрос, потому что была представлена в Америке версия, работающая на двух американских провайдерах. И насколько она будет приемлема для казахстанского рынка в ближайшем будущем, пока неизвестно. Угу. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем работать с Wi-Fi. Пока база. Да. Вы сколько думаете, будет продаваться здесь, в Казахстане? Это очень есть хорошая популярность iPad здесь. Да, iPad здесь очень популярен. Сказать, какой объем продаж будет, очень тяжело сейчас, но уже сейчас мы видим, что iPad стал частью жизни, и даже в правительстве, и бизнесмены, ну, нет сейчас ни одного человека, кто бы не ходил с iPad. И доступен он будет приблизительно? Доступен он будет приблизительно в апреле. Главной особенностью нового iPad стало наличие камеры как на задней панели, так и фронтальной. Новый iPad тоньше и легче старого. В остальном размеры одинаковые. У iPad появился новый магнитный чехол, который поставляется отдельно. Когда закрываешь iPad этим чехлом, он переходит в режим сна. Если немножко подсмотреть из-под тишка, это будет видно. Стоит открыть чехол, да. iPad просыпается. Угу. Он легче? Ну, он легче, он легче, он легче. А плюс еще вот этот чехол, да? В первом чехол отдельно, да. Нет, в первом такого не было, и он подключается только ко второму. Стив Джобс обещал, что этот чехольчик будет еще и стирать отпечатки пальцев самого iPad. Но здесь вот этого пока мы не видим. Еще раз, можно мне?